Евросоюз готовится к очередному раунду в торговом противостоянии с Америкой. Уже на следующей неделе делегация из ЕС вылетает в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Позиции сторон накануне этих переговоров изучила Ирина Иванова. Евросоюз предупреждает, заградительные пошлины на европейский автопром грозят катастрофическими последствиями. Во всеоружии собирается делегация Еврокомиссии в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Отношения партнеров значительно ухудшились после того, как Белый дом ввел пошлины на экспорт стали и алюминия. Евросоюз оформил жалобу во Всемирную торговую организацию, ввел защитные меры для европейских экспортеров и ответные тарифы на ряд американских товаров. Вашингтон, в свою очередь, пригрозил ввести 20% ввозные пошлины на автомобили из ЕС. Решение еще не принято, но Евросоюз уже готовится к зеркальному удару. Мы совместно со всеми странами ЕС готовим список ответных мер. Уже объясняли нашим американским партнерам и будем в дальнейшем объяснять, что перечень еще не составлен. Но мы ведем подготовку по той же схеме, что и в отношении стали и алюминия. По данным источников, новый список будет включать в себя продукцию американской фармацевтической и химической отраслей. И эти штрафные пошлины будут значительно масштабнее предыдущих. В любом случае, в Брюсселе предостерегают Дональда Трампа от дальнейшей эскалации. Воинственный настрой Евросоюза понятен. Новые меры США могут затронуть ежегодный экспорт европейских автомобилей и запчастей на 50 миллиардов евро. Больше всего пострадает немецкий автопром. В Берлине тоже заинтересованы в позитивном разрешении конфликта. Мы не хотим этих торговых тарифов. Убеждены, что они навредят нам всем, не только Европейскому Союзу. Последствия могут быть гораздо серьезнее. Это четкая позиция, с которой Жан-Клод Юнкер собирается в Америку. Но пространство для переговоров есть. Делегация во главе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём отправится в Вашингтон, где 25 июля состоится встреча с Дональдом Трампом. Кроме вопросов трансатлантической торговли будут обсуждать проблемы терроризма и экономической безопасности. Рина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.